Четыре муниципальных образования Владимирской области рискуют не попасть в национальный проект по переселению из аварийного жилищного фонда. Это Суздаль, Курлово, Второвское сельское поселение и поселок Великодворский. Их руководство не предоставило в Белый дом необходимые документы. Сделать это нужно до 27 марта, иначе жители аварийных домов надолго лишатся шанса на переезд в благоустроенные квартиры. Об этом шла речь на заседании, которое провел в Рио заместитель губернатора области Александр Байер. Также он сообщил, по нацпроекту на переселение из аварийного фонда в наш регион будет направлено более 4,5 миллиардов рублей. Сумма рассчитана на ближайшие 4 года. По состоянию на 1 января текущего года в установленном порядке признан аварийным и подлежащим сносу и реконструкции 491 многоквартирный дом площадью 160,4 тысяч квадратных метров. Таким образом, 162 аварийных дома не вошли в федеральный проект. В связи с этим принято решение ежегодно дополнительно выделять средства из областного бюджета. Дополнительные средства пойдут на снос домов и переселение их жителей в новые. С 1 июля этого года в силу вступят изменения в жилищный кодекс. Одно из них касается использования земли, на которой стоял снесенный дом. Эти участки будут служить только для государственных и муниципальных нужд. Например, на месте снесенного аварийного дома построят школу, детский сад или социальное жилье. Никакой коммерческой застройки там быть не должно.